Привет, добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня я выпекаю тортик с манго. Этот тортик очень легкий, очень летний и очень-очень вкусный. Не удивляйтесь, что тортик у меня красный получился, именно сверху этот слой с пюре с манго. Так получилось, что у меня не хватило нормального желатина, и мне пришлось взять 3 пластинки красного желатина. Цвет изменился, но вкус остался прежним, и как бы вкус манго. Ну что, давайте приступим. Для теста нам понадобится 75 грамм муки, 75 грамм сахара, 2 яйца разделить на желтки и белки, 2 ложки кокосовой стружки и 1 чайная ложка разрыхлителя. Для начала нам надо взбить желтки с сахаром, где-то примерно половину нашего сахара. Затем просеиваем нашу массу, муку и разрыхлитель. И кокосовую стружку. Параллельно разогреваем духовку на 180 градусов. Взбиваем белки до устойчивых пиков. Затем вводим их по чуть-чуть в нашу яично-мучную смесь и все перемешиваем. Нашу форму мы выстилаем бумагой для выпечки и заполняем ее тестом. Для крема нам понадобится 150 мл апельсинового сока, 600 грамм сливок, 100 грамм сахара, 3 манго, 200 грамм творога, и 15 пластинок желатина.
Затем форму ставим в холодильник минимум на час, чтобы масса наша застыла. И в холодильник поставить. Лучше всего, конечно, на целую ночь, чтобы желе хорошо застыло. После того, как наш тортик застыл, мы можем его украсить шоколадной стружкой. Просто натереть шоколад на терке и посыпать сверху.